Тульский район. Человек намеренно покрасил стену синим цветом, установил госсимволику из гипса. Рядом туалет, люди обсыкают. Акимат Коксуйского района бездействует. Полиция Коксуйского района бездействует. Я обращался неоднократно. На стену сад, тем самым оскверняя ваши, как сказать, госсимволику. Цвет флага сделали, видите, голубой. Вот туалет. Прям все здесь намеренно. Вон уже у кого-то эта херня, короче, менструальная была. Больше это никак не назвать, прям под стеной. Вон туалетные бумаги. Видите, вытирает задницу прям под вашей госсимволикой. Поэтому, когда мне люди пишут, что такого не может быть. Вот. Человек намеренно надсмехается над культурой Казахстана. А также над тем, что у вас никак не уважает он вашу госсимволику. Кафе покрасил желтым, а вот эту всю стену сделал синим. Когда я делал замечание, он говорит, мне плевать на них. Вот. Плевать, вот смотрите, что он делает. Сами же сад на свою госсимволику, также представитель титульной нации. Сам лично много раз их видел здесь. В кафе приезжает, обсыкает. Акимат бездействует, полиция бездействует. Видимо, им не до этого. Еще и вонь здесь такая ужасная. Жетысуйская область, поселок Теректы. Канал Мир 7.